Здравствуйте, в эфире информационная программа «Республика», в студии Максим Попов. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Тает лед и асфальт. На совещании в Доме правительства обсудили оперативный ремонт на автомобильных дорогах республики. Героям трудового фронта. На заседании оргкомитета обсудили основные события года строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. С любовью к книге. В библиотеках республики началась Всероссийская неделя чтения. В селе Батарево рухнула одна из водонапорных башен, которая снабжает районный центр водой. Это произошло во время ремонта. По данным администрации Батаревского района, произошла деформация ствола конструкции из-за коррозии металла. Башня была установлена в 2010 году. В прошлом году администрация подготовила проектную сметную документацию на ремонт конструкции, но не получила положительное заключение экспертизы. В селе Батарево имеется 4 скважины, которые закольцованы между собой. И напрямую на сегодняшний день подают воду в водопроводной сети села Батарево. На сегодняшний день жители села Батарево обеспечены водой, за исключением некоторых многоэтажных домов, где давление воды ниже нормативного, так как эти дома находятся на конечной точке водонапорной башни. Одна башня рабочая, она подает воду, и вторая тоже в том уровне, который сейчас мы демонтировали, его половину только демонтирована, она пока на сегодняшний день в состоянии подать воду для населения. В республике начинается ямочный ремонт автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения. Об этом говорили сегодня на совещании в Доме правительства. Из-за резкого таяния снега идет разрушение асфальтового покрытия. Ямы и выбоины разного размера и глубины встречаются на отдельных участках дорог. Бороться с этим надо своевременно, чтобы автомобилисты не портили машины. Под особым контролем в Чебоксарах находится Лапсарский проезд. По ликвидации ямочности на сегодняшний день ликвидировано более 300 квадратных метров. Ведутся работы по удалению снега с обочин и откосов, с водосборных пунктов, лотков на подходах к мостам, по очистке водоотводных каналов, отверстий водопропускных труб от снега и наледи. С 22 марта по 20 апреля на дорогах регионального и межмуниципального значения республики вводятся временные ограничения движения большегрузного транспорта. Очевидно, что именно он разбивает покрытие. Это необходимая сезонная мера, которая помогает сохранить качество магистралей в период неблагоприятных природно-климатических условий. Посмотреть на вопрос организации движения, прежде всего, грузового автотранспорта. По опыту тех городов, которые находятся в передовиках по этому вопросу, на предмет ограничений не только в весенний период, а в целом организации движения грузового автотранспорта весь период, значит, жизненного цикла и круглый год. Вводимые ограничения не распространяются на международные перевозки грузов и пассажирские маршруты. Ольга Семенова, Андрей Шоклев, Республика. Новый мост на старом месте на 36-м километре автодороги А-151 в Канашском районе начался демонтаж мостового перехода через реку Малый Цивиль. Сооружение 60-го года постройки уже давно не соответствует требованиям безопасности. На этом месте появится совершенно новый мост. На его строительство из федерального бюджета выделено почти 2 миллиарда рублей. Возвести его планируют за 3 года. Ширина моста будет 15 метров, длиной 66 метров. Будет уширение дороги, будет на мосту 2 полосы, уже будет безопаснее намного. Кроме моста еще будет пешеходно-надземный переход Дишиказаны. Сейчас идут демонтажные работы. Снимается верхний слой асфальта, бетона. В ближайшие дни специалисты уберут старую конструкцию. Часть материалов для новой стройки уже завезли. Заготовка материалов уже произведена. Мостовые балки поставлены, они уже на объекте. Ну вот сейчас нужно аккуратно распилить мост старый, демонтировать. Вот. И приступить уже к буронабивным сваям. Там 18 метров глубиной будут сваи. Вот буронабивные диаметром 1500 миллиметров. И уже на основании их сделать фундаменты, стойки, ростверки, балки, и уже потом уже. Ну, я думаю, в этом году мы должны 95% всех работ сделать.
В рамках проекта также будут реконструированы подъезды к мосту протяженностью 3 километра 600 метров. Они будут расширены до 4 полос. Работы планируют завершить в сентябре 2024 года. Ольга Алексеева, Алина Сусметова, Бахтияр Велиев, Республика. В России из Испании эстрадирован осужденный за мошенничество бывший директор Упрдор «Волга» Сергей Гаврилов. В сентябре 2015 года в Чебоксарах он был приговорен к 4 годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями и пособничество в мошенничестве. От отбывания наказания мужчина уклонился, скрывшись от правосудия. В январе 2016 года он объявлен в международный розыск и в мае 2019 года был задержан на территории Испании, в связи с чем Генпрокуратура России направила запрос о его выдаче. В настоящее время бывший директор Упрдор «Волга» находится на территории Российской Федерации. В отношении данного лица в суде в настоящее время рассматривается еще одно уголовное дело, по которому он обвиняется в совершении превышения своих должностных полномочий. Также следует отметить, что экстрадиция преступников с территории других государств – вещь относительно редкая, и за последние несколько лет таких фактов на территории Чувашской республики не имелось. Год на передовой. 19 марта 2020 года в республике был официально зарегистрирован первый заболевший новой коронавирусной инфекцией. Тогда мало кто знал, как с ней бороться, чем обернется пандемия для Чувашии. По статистике, ковидом переболели более 22 тысяч жителей, более 20 тысяч выздоровели. К сожалению, были и смерти. Медицинский персонал работал без выходных и праздников в круглосуточном режиме. Большую помощь в борьбе с опасной инфекцией оказали студенты-медики. Они с первых же дней стали волонтерами. В Чувашском государственном университете состоялась встреча с теми, кто ни разу не усомнился в выборе профессии. В красной зоне за год успели поработать более 600 студентов. Большинство из них прошли специальный курс, разработанный на медицинском факультете. Это дало им возможность выполнять обязанности медсестер и фельдшеров в ковид-стационарах. Решение о работе практически на передовой принимали сами студенты. Вначале было очень страшно. Страшно было, потому что я не знала, как мой организм отреагирует. Все-таки есть родные, близкие, знакомые люди. Хочется и общаться после работы. И приходилось, конечно, воздержаться от этого. Я жила в это время одна, целый год. Я ни с кем практически не виделась. Мы много узнали об этой коварной болезни. А тогда была неизвестность, и это действительно было страшно. За молодых людей, за своих питомцев, безусловно, переживали. Другое дело, что мы не направляли никого. Вот в том-то и прелесть ситуации поведения наших студентов. Они ведь трудоустраивались на эти опасные, скажу так, должности, ставшие во много крат ответственней, серьезней, самостоятельно, по своему желанию. Другое дело, что мы создавали условия для этого. Конечно, ребят старались подготовить к работе в неординарных условиях. Они прошли обучение в симуляционном центре медицинского факультета. По-настоящему воздух подается, вода подается, внизу компрессорная, то есть все это сделано. Идет запись, видеокамера, рабочий стол. С самого начала пандемии оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции наладил связь с высшими учебными заведениями и особенно с медицинским факультетом ЧГУ. Ведь именно на его базе создавались отряды волонтеров-медиков. С вашей работы было все достаточно понятно, да? Но наша задача оперативного штаба, наверное, была больше создать условия, чтобы у вас как можно было меньше пациентов. И вот если разграничить всю работу в рамках борьбы с пандемией, она делилась на две части. Это главные на передовой были врачи. Но появилась еще и вторая часть. Это дезинфекция улиц. Это информирование населения, что нужно носить маски, режим. Это доставка продуктов. Помните, да, было сложное время, когда у нас были введены очень жесткие ограничения. Организовать всю эту большую масштабную работу. И была задача оперативного штаба. Главный врач больницы скорой медицинской помощи Ильдар Абызов отметил, что студенты работают наравне с опытными медицинскими сотрудниками. Их график обычный – 8 часов. Но большинство все же сочетали работу и учебу, поэтому брали вечерние и ночные смены. Когда эта помощь наполнена, еще раз повторюсь, энтузиазмом и идет от сердца, она очень дорогого стоит. И, конечно, это большая помощь и поддержка в работе. Особенно на первых порах. И знаете, вот такая вот гражданская позиция молодого человека, она, в общем-то, стимулирует и заражает, значит, вот этим позитивом и стойкостью
до, в общем-то, тех, кто с ним рядом, так сказать, старших товарищей. Поэтому эта помощь обоюдная. И, конечно же, старшие товарищи максимально старались помочь. Каждый из присутствовавших на встрече студентов-медиков достойно уважения и благодарности. Они спасали жизни людей, ставя под угрозу собственные. Но зато они теперь точно знают, медицина – это их сознательный выбор. Татьяна Молокова, Павел Редков, Республика. Состоялось заседание оргкомитета по подготовке празднования 80-летия трудового подвига строителей Сурского и Казанского рубежей. Уже готова предварительная программа, куда войдут самые интересные события. Знать, чтобы помнить. Эти страницы истории мало изучены. Информация о героях и событиях того времени была большей частью засекречена. Учитывая уникальность, особую ценность архивных материалов, их надо сохранить в различных форматах. Это и фильмы, это и мультипликационные фильмы даже детьми, участниками различных кружков. Это другие очень различные интерактивные проекты, которые демонстрируют трудовой подвиг наших предков в годы Великой Отечественной войны. И, конечно же, все это очень важно нам с вами не только фиксировать, но и развивать. И в этой связи предлагаю рассмотреть возможность проведения фестиваля фильмов, которые снимают наше муниципальное образование. Наиболее талантливые работы покажут в эфире национального телевидения «Чуваши». Чувашский национальный музей готовит необычную экспозицию. Она займет площадь в 110 квадратных метров и будет передвижной. Так ее смогут увидеть больше жителей. Открытие запланировано на 22 июня. Задача, которую мы ставим, это зрелищно и осязаемо, как глазами, так и руками, рассказать и исполнить такие задачи. Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, знакомство с новыми героическими страницами истории Чувашии. На оргкомитете обсудили и предстоящее строительство нового мемориала в Козловском районе. Новый взгляд, свежее решение предложили московский архитектор Константин Фомин и скульптор Андрей Крапцов. 380 километров оборонительной линии авторы решили обыграть с помощью 38 стел. Они образуют оригинальную композицию. Кроме того, выйдет дополнительный тираж книги «Строителям безмолвных рубежей». Это проект управления образования администрации города Чебоксары и Союза женщин Чуваши. Сборник вошли около 100 воспоминаний участников строительства. Набирает популярность информационный ресурс сайт surskirubezh.ru. Особый отклик среди жителей Чувашии получил раздел «Герои». Он на сегодняшний день самый популярный. Его посещают чаще всего. Сюда выкладываются истории об участниках строительства линии обороны и их фотографии. С начала года сайт, по данным Мининформа, посетили более 7,5 тысяч человек. Благодаря активной помощи взрослых и школьников он пополняется каждый день. Наталья Мальчикова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Еще в прошлом году в Чувашии стали использовать такую меру государственной поддержки малоимущих граждан, как социальный контракт. За это время договоры с Республиканским центром занятости заключили более 5 тысяч человек. О нововведениях в этом направлении в нашем материале. В рамках социального контракта финансовую помощь от государства теперь могут получить жители села, имеющие личное подсобное хозяйство. В данном направлении гражданин имеет возможность получить до 100 тысяч рублей единовременно на приобретение продукции, которая необходима для производства сельскохозяйственной продукции. То есть он может закупить растения, какой-то семенной материал, либо животных для того, чтобы развивать свое личное подсобное хозяйство и получать доходы уже от реализации в последующем сельскохозяйственной продукции. Параллельно при заключении социального контракта необходимо зарегистрироваться в качестве самозанятого. Кроме того, возможность получить дополнительное образование теперь не отдельное направление социального контракта. Учеба включена в перечень мероприятий по поиску работы, осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности, а теперь и поведению личного подсобного хозяйства. Проводится она бесплатно. Изменились и сроки действия контракта. Если ранее, например, на оказание помощи по преодолению трудной жизненной ситуации прямая финансовая поддержка семей оказывалась в течение 12 месяцев, то начиная с 2021 года новые социальные контракты заключаются на срок не более 6 месяцев.
Важная тема – республиканский материнский капитал, который получали семьи, где появился третий ребенок. В одной из социальных сетей во время прямой линии с главой Чувашии мамы пожаловались, что их поставили в неравные условия. Уже с 2016 года единовременной выплатой могли воспользоваться только семьи с низкими доходами. Остальные, где тоже трое детей, права на получение капитала лишились. Безусловно, поручение главы республики принято в работу. В настоящее время мы совместно с коллегами проводим необходимые расчеты и будем предлагать варианты решения данного вопроса. Напомним, с 2012 года государственной поддержкой воспользовались более 9 тысяч семей. За прошлый год – почти 1500. Ульяна Пятакова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. В республике при уполномоченном по правам ребенка заработал детский общественный совет. Ребята встретились с представителями Министерства образования, чтобы наметить план работы. Сам институт уполномоченного обеспечивает защиту прав и интересов детей. Это важнейший инструмент взаимодействия государства и общества. У детского общественного совета свои задачи. Постоянные контакты со сверстниками помогают быть в гуще дел и интересов школьников. Что волнует их в первую очередь? Какие проблемы они испытывают? Все ли в порядке в семье? И нужна ли помощь со стороны взрослых? Общаясь друг с другом, знаете ведь все. Кто как живет, как ваши друзья, чем они занимаются. Вы знаете, как... светлую сторону, да, жизни уже, хоть и недолгой, но и темную сторону. И надо сделать все, чтобы даже не обязательно общественные советы такие, да, как сегодня мы здесь с вами собрались, а вообще все, вся молодая вот эта общественность, все дети общались друг с другом, дружили. В состав совета вошли 30 ребят по одному представителю от каждого муниципалитета. Они будут в курсе всех молодежных дел и инициатив. Для чего же нужны помощники детскому общественному совету? Для того, чтобы проводить активно свои мероприятия, акции и эту информацию довести до ребят, обучающихся образовательных организаций, нам нужны помощники. Данная встреча у нас она первая. С помощниками по городу Чебоксары. Мы планируем в ближайшее время такие же встречи проводить и в других муниципалитетах. Ребята настроены серьезно. Помощники из образовательных организаций города Чебоксар будут помогать нам в проведении общешкольных мероприятий по актуальным темам и вопросам детей, а также подготавливать материалы для специальных ежегодных докладов. Для быстрой и эффективной работы у совета есть группа в социальной сети ВКонтакте. Она осуществляет сбор поступивших обращений, жалоб, просьб и предложений детей Чувашии. Ольга Семенова, Николай Скворцов, Республика. 22 марта ежегодно во всем мире отмечается День водных ресурсов. Этот праздник – особая дата для всех предприятий группы «Русгидро». Ежегодно во всех регионах присутствие компаний от Северного Кавказа до Дальнего Востока проходит мероприятие, направленное на освещение перспектив развития возобновляемых источников энергии и популяризацию идей защиты водных ресурсов. Чувашская энергосбытовая компания, которая входит в группу «Русгидро», совместно с Национальной библиотекой Чувашской Республики организовала тематический урок воды для учеников 4-й столичной гимназии. Значение воды очень важно в нашей жизни. Нужно бережно к ней относиться. Ученики 4-й гимназии Чебоксар с интересом слушали о роли воды в жизни человека и важности бережного отношения к водным ресурсам. Энергетики рассказали о том, в каком виде вода встречается в природе, для чего используется, как с ее помощью получают электроэнергию, как она приходит в дома, кто ей в этом помогает. Сами школьники активно участвовали в обсуждении и отвечали на заданные вопросы. Чувашская энергосбытовая компания ежегодно проводит различные эколого-просветительские акции, посвященные защите водных запасов и сбережению электроэнергии. Большая их часть адресована детям и подросткам, чтобы они с ранних лет росли грамотными потребителями природных ресурсов. У школьников наступили весенние каникулы. Чтобы вернуть в жизнь современных детей чтение, в России ежегодно проводится неделя детской и юношеской книги. Здравствуй, здравствуй, книжный мир!
Этот праздник берет начало с далекого 1943 года, когда еще шла война. Инициатором его был детский писатель Лев Косиль. Московские школьники собрались в колонном зале Дома Союзов, чтобы отметить первые книжкины именины. Тогда, в честь праздника, они получили по тоненькой книжке и хранили как святыню. В наше время у детей возможности гораздо шире. Помимо роскошных полиграфических изданий, нередки книги с дополненной реальностью в форматах 3D и 4D, тактильные книги для особых детей и другие. Все это можно увидеть на книжной выставке. Почетными гостями праздника книги стали детские писатели и поэты. Взявший книгу один раз, да, он понимает, что книга прежде всего помогает ему самому найти самого себя, найти свои ошибки, увидеть их со стороны на фоне героев. И когда человек начинает читать, у него становится душа крылатая. Я сегодня подписываю всем ребятам. Книги читает, тот высоко летает. Ценится выше злата, душа крылатая. На открытие книжной недели приехали ребята со всей республики. Детям подготовили увлекательную культурную программу. Это и встречи с писателями и поэтами, концертные номера, творческие мастер-классы и другие развлечения. Открытие республиканского праздника книги и чтения дает старт всем тем библиотечным мероприятиям, которые будут проходить во всех библиотеках нашей республики. Это встречи с писателями, презентации новых книг, а также лучших книг Чувашского книжного издательства и ведущих федеральных издательств, выпускающих книги для детей и молодежи. В эти весенние каникулы все, кто понимает важность чтения, кто обращается к книге как к лучшему другу, ждут в библиотеках республики на встречах с интересными людьми и новыми изданиями. Екатерина Шеверова, Александр Атяков, Республика. В Новочебоксарске проходит фестиваль педагогических идей. В его программе огромное количество встреч, мастер-классов, круглых столов. Впервые здесь состоялись азаматовские чтения. Его участниками стали учителя чувашского языка и литературы. Светлана Азамат – известная поэтесса-переводчица. Одна из ее последних книг – «Хирарам Чири. Женское сердце». Автор перевела на родной язык стихи разных народов. В Центральной библиотеке имени Юрия Гагарина состояло знакомство с неизвестными именами. Каждый из участников прочел одно из понравившихся стихотворений. «Вежески леть мамон бала перле, щуль дювери, таза и реклие, вешме канзерлегень, талачем нет отца». Поэтические строки – самый подходящий формат для обсуждения вопросов развития национальных языков. По поэзии оценивают красоту, звучание, лексический запас языков народов России и мира. Преподаватели школ с большим интересом знакомились с переводами поэтессы. Перевод, конечно, очень своеобразный, близко вот к женской душе, к женской, можно сказать, к женским мыслям, к женской логике. Атмосфера отличная, все вот так вдохновением рассказывают стихотворение. Вот, раскрывают свою душу, можно сказать. Затронуло всех. Педагоги недели и стилизованные национальные костюмы, чтобы колорит поэтического праздника стал ярче. Были определены и победители. Такие встречи – прекрасная возможность обсудить практики обучения чувашскому языку, обменяться инновационными идеями и послушать слово. Екатерина Шеверова, Маргарита Мельникова, Георгий Кривошеин, Республика. В минувшие выходные Дом дружбы народов Чувашской республики стал местом встречи представителей разных национальностей. Они собрались, чтобы все вместе отпраздновать Навруз. Поздравить их пришел и глава Чувашии Олег Николаев. В переводе с персидского «Навруз» означает «новый день» и символизирует обновление природы и человека. Это один из самых древних праздников на Земле. Наши предки уже несколько тысячелетий празднуют этот древний праздник. Мы рады, что, проживая в Чувашской республике, нам дана возможность провести свои праздники, свои обычаи, традиции, сохранить. В Чувашии проживают представители более чем 120 национальностей. Для большинства из них Навруз сродни государственному празднику. И еще один повод обсудить перспективы сотрудничества. Многих автономий не зарегистрировано, будем помогать зарегистрировать в дальнейшем. И если мы говорим Чувашии, 126 народов и национальностей, постараемся всех их привлечь в Дом дружбы народов. Плов, самса, куштули, лепешки, патыр. Считается, что чем щедрее и веселее встретишь праздник, тем удачнее будет следующий год. Одно из самых почетных мест занимает блюдо сумаляк, приготовленное из проросшей пшеницы. Его рецепт в Узбекистане знает каждая женщина.
Через мастеровку пускают. В больших казанах. В казанах туда муку добавляют чуть-чуть. И вода. Получается, вот семялек у нас. Целую ночь. 14-16 часов готовится. На выставке представили изделия народных промыслов и более 50 национальных нарядов. Мы рассказываем не только про национальный костюм, а непосредственно про традиции, культуру. И вот как раз сегодня ребята были, более 200 школьников к нам сегодня пришли. Все абсолютно это бесплатно. Мы ребенка благодаря вот этому национальному костюму погружаем в этот мир нации, культуры, традиций. Ну а дети какие вопросы чаще задают? Во-первых, спрашивают про узоры. Почему так они отличаются между собой? Почему головные уборы непосредственно у них вот такой формы, а другой такой формы? Инесса Потапова, Алина Сусметова, Андрей Шоклев, Республика. Это главные новости понедельника, 22 марта. До свидания.